медитируем на тот или иной камень, это прежде всего мы посеяли семечко этой вибрации в свою ауру. И если нам этот камень потом где-то нужен, или мы даже его можем не держать в руках, и мы можем эти вибрации в себе активировать и увеличить до размера всей ауры. То есть это действительно так. Вот эти медитации, они позволяют вам не думать, что вот мне бы сейчас в такой ситуации помог тот камень, но он дома остался. Нет, если вы были на этом занятии, вы как бы сознательно эти вибрации посеяли у себя в ауру, вы можете всегда их развернуть, вы можете всегда обратиться к виртуальному тому или иному камню, вы знаете, как он выглядит глазами, вы создаете образ в голове, вы вызываете этот образ, и этот образ автоматически активирует те или иные вибрации именно. И в данном случае, если эти вибрации вам нужны для какого-то, скажем, место для того, там, для какого-то исцеления, у вас там где-то болит, и вы знаете, что вот этот камень подходит там именно для этой моей проблемы болезненной, вы можете эти вибрации развернуть в вашей ауре и сконцентрировать и направить их на ту проблему, которая у вас есть, таким образом. И укрепить там какой-то орган, или какую-то ситуацию, или какую-то мысль, или какую-то там сторону своей жизни.